Добрый день, мои дорогие друзья! Привет вам с южного берега Крыма, где вчера прошел желтый дождь. И только в Алупке, мне уже сообщили, в Ялте то же самое. Можете посмотреть мои два ролика очень коротеньких, информативных. И сейчас утро, на следующий день, я снимаю из окна. Посмотрите, прекрасная погода. Накануне вечером, когда мы пришли с моря, был ураганный ветер. Не очень долго, ничего он не принес с собой, никаких дождей. Вот так сухо, прекрасно, но уже не так тепло, как вот была песчаная буря из теплых стран нам прилетело с этим желтым дождем. Вы знаете, был необыкновенно теплый воздух и очень ласковый, прям такой теплый-теплый ветерок. Сегодня нормальная погода, градусов 16, наверное. С утра было очень солнечно. Ну, а сейчас обратите внимание, какая-то мошка вьется. Я ее специально не стала убирать. Вы знаете, она так долго летала. Это такая пчелка маленькая. У нас очень, друзья, тепло. Розы мои цветут в саду еще. Отцветают уже хризантемы. Ну, а с вами, друзья, как всегда, из Алупки. Привет огромный, была ваша Евгения из Алупки. И до новых прекрасных встреч. Заходите на мой канал. Я вас всех люблю, очень рада вашим комментариям и рада вас информировать.